Я вас фотографирую, сейчас я вас отправлю куда надо. Я говорю, Закускин, что я сделала вам плохое? Оставьте меня, пожалуйста. Почему вы все время на меня налетаете? Я бабушка, 68 лет. Мне колени болят, мне на колени надо. Это ли? У меня не было там 3 штуки даже. Он взял мой ящик ногами это. Я тебя депортирую. Я говорю, как ты меня депортируешь, когда я чеченка, я россиянка. Я за ним иду показывать ему паспорт. Он мне взял с этого машины, сел быстро, с машины, с зеркала, опустил свое зеркало, и это баллончик. Раз, и я вообще ничего не вижу. Потом скорую вызвали. Я на Бауманской пошла, у меня справка есть, все есть. Ну, я не знаю, так можно относиться с бабушками. А вы обращались в полицию, может быть, по поводу повреждений, вот справку, штрафпункт у вас есть? Я отправила везде, куда надо. Угу. Да, пускай они сами решают с ним, что надо. Я плохого никому не хочу, не желаю, я возле мечети стою. У меня, тем более, пост идет 3 месяца. Этот день у меня пост был, мне так плохо было. Я что ему сделала, чтобы он мне баллончиком брызгал? Скажи, а? Какое он право имеет? А я теперь, это, диаспор наш, чеченский, пойду. Там тоже мне позвали меня туда тоже. Вот, все мне это пишут, вот на мой телефон. Все пишут. Спасибо. Старую бабушку обижать никто не дает, правда же? Мне колени, вот колени у меня, видишь, колени. Я могу открыть и это завязать. Все бабушки знают, что я больная, что мне надо на операции. Ему тоже я сказала так же. Нет, он все время, давай, на меня кидается. Ну зачем кидаться? Скажи по-хорошему. Я пришел, я управа, вам нельзя, уходите. Можешь сказать? Спасибо вам.